Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас видео о заправках в городе Бердянск. Для многих эта информация будет актуальна, так как нигде особо в Ютубе нету информации. Есть заправки, нету, какое их количество, какие сети представлены в городе Бердянск. Мы сейчас стоим на посту КПП. Самое начало въезда в Бердянск со стороны Мелитополя. И движемся по главной трассе и покажем вам, какие сети представлены в городе Бердянск, чтобы у вас было полное спокойствие насчет заправок и вы ни о чем не переживали, а только наслаждались отдыхом. И поехали. Проезжаем мы заброшенный завод, направляемся внутрь города. Первые у нас дома, которые нас встречают, это девятиэтажки по левой стороне. Скорее всего, эти здания были построены для работников завода. Вот с левой стороны, с правой стороны. Проехав 2 километра от поста КПП, нас встречает первая заправка ВОХ. ВОХ. Цены на ВОХ ГАЗ 13,78 и популярный 95-й 32,93. Следующая заправка за ВОГом у нас БРСМ «Нафта». Всеукраинская тоже заправка. Здесь у нас газ 12,99, 95 бензин 27,19. Ну, традиционно подешевле. Плюс действуют скидочки. Это цена, которая идет на ценники. На БРСМ есть же, как известно, скидки до 70% при заказе полного бака, к примеру, газа, при заказе кофе, при еще каких-то заказах. Следующая заправка из большой тройки заправок — это заправка ОКО. Цена на газ 30,90, футы газа нету. Цена на 95 бензин 30,99. На ОКО газ с прочерк стоит в данный момент. Примечательно, что все три производителя бренда заправок находятся, грубо говоря, в одной линии, все вместе, они как отделены от всех остальных заправок. И следующая заправка — это тоже сеть заправок всеукраинская «Авиас». Мы чуть притормозим. Здесь уже подешевле. ГАЗ 12,55 и 95 бензин 30 гривен ровно. Далее у нас следуют заправки БВС. Метан, самое главное, метан пропан 12,69, 14,96. Не на каждой заправке отдельно есть газовая заправка «Авантаж 7», 12,75 газ. Метановые заправки с метаном в первую очередь для того, для заправки вот этих пазиков, которые ездят под номером 17, 15 и 15 на косу. Далее у нас «Укрнафта» заправки, тоже всеукраинские заправки. Газ у нас, газа нету, не увидел цену, цену не успел рассмотреть, газа на «Укрнафте» не было. Существует определенный процент. Вот у нас заправка «Манго» неизвестная, газ 12,59. Бенз не увидел, можете поставить на паузу. Существует определенное количество автомобилей, которые ездят на метане. В одно время метан был популярен в Донецкой области. Много было заправок в Донецкой области и, соответственно, много машин. Я помню, в какое-то время, это примерно 2004 год, в Харькове тоже открывались метановые заправки, так как много газелей ездило на метане. Вот, кстати, еще одна заправка. Заправка МАН, по-моему, МАН. Газа там нету. Следующая заправка — «Формула». У нас в Харькове таких заправок нету. Газ отсутствует. 95-й 27,29. Очень низкая цена. Качество бензина нельзя сказать, не заправлялись. Мы заполнили полный бак газа и на газу катаемся по всему городу, на все пляжи. Насчет истории метана в Харькове. Было одно время, когда открывались достаточно большое количество заправок газовых в Харькове. И в связи с тем, что все газельки, маршрутки и пазики, автобусы, маршрутки ездили на метане, на воздушном газе. На сжатом газе, не на жидком пропане, а на воздушном. И были заправки, потом эти заправки закрылись. И на данный момент заправки эти существуют за городом, либо же где-то еще специализированные, где заправляются только одни, грубо говоря, маршрутки. Газ пропан — это достаточно такой необычный газ, его сжать нельзя. Вот заправки Energy, всеукраинская сеть.
95-й 30 гривен, газ отсутствует. Поэтому с газом проблемы в Бердянске нету. Заправку можно подобрать по своему вкусу. И Prime Persia транспорта. Можно заправиться по своему вкусу, на какой заправке вы предпочитаете, используя дисконтную систему, которая у вас есть, дисконтную карточку. Поэтому проблем с газом нет. До следующих видео.